Стегозавр – один из самых различимых динозавров. Мгновенно узнаваемый по двум рядам вертикальных кожных пластинок. Они проходят по его спине к мощным шипам на конце хвоста. Из статьи на официальном форуме. Медлительный травоядный стегозавр был самым крупным представителем семейства бронированных динозавров, вырастая до 9 метров в длину, и защищался от хищников, используя свой впечатляющий остроконечный хвост. Интересно, что костные пластины на спине стегозавра на самом деле были встроены в его кожу, а не в скелет. Поэтому они не всегда обнаруживаются вместе с телом при обнаружении окаменелостей. Это было относительно социальное существо, оно жило стадами, медленно передвигаясь по равнинам и лесам во время кормления. У него была особенно короткая шея и маленькая голова, поэтому считается, что он в основном ел кустарники, низкие кусты, опавшие фрукты и папоротники, и благодаря этому они также смогут есть фрукты из кормушки в ваших парках. Удивительно, но стегозавр на самом деле появился раньше травы, которая не развивалась до позднего мелового периода. Стегозавры в игре будут дружелюбными существами, которым потребуется некоторая компания, и поэтому их можно разместить в умеренных стадах, а также с несколькими другими травоядными. Они смогут защитить себя и стадо от некоторых хищников, если будут жить в одном вольере, и слишком велики для некоторых более мелких хищников, чтобы охотиться. Поэтому стоит помнить об этих фактах, когда вы думаете о соединении их с другими видами. Стегозаврам требуется много листвы, а также немного леса в своей среде. И помните, из-за своего роста они не смогут добраться до некоторых деревьев, поэтому убедитесь, что вы предоставили им много растительности. Пока на этом все. Не забывай подписываться на канал. Палец вверх. До скорой встречи. Спасибо за просмотр.